Снимаешь уже, да? А то видео будет выкладывать, точно? Всем привет еще раз. Пельмень пока некогда. Сейчас только что покушала. Сейчас налеплю. Это, покушать тоже надо было. Это, спасибо Нине, всей семье. Дай Бог здоровья, всех благ. Больше никто не помогает так. Вот, прислали посылку. Так, сейчас я открою. Вот, большая такая. Прямо на дом. Молодой парень какой-то, ну, такой симпатичный прям принес. Эмиль будет шметь, если что. После видео-то просто сейчас покажем и все. А что ты стесняешься? Отстань, почему? Отстань, я тебе уже говорю. Так, вот мой. Это на Эмиля. Так, хотя бы пару померяй. Я понимаю, что здесь много, и ты все это не перемеришь, это видео будет долго. Я все это понимаю. Тут и женские. Я думала, тут будут только мужские. Вот. Такая. Мне понравилось, красивое. Я такие люблю. Тут уже мама тогда придет, она тоже там посмотрит, что там как. Она носит, кстати, все. И Анька тоже. Вчера они купались. Тут раз мы. Подожди, подовчера я купалась. Подовчера Эмиль купался. Вчера мама с Аней. Она носит все. Платье мама любит. Очень. Она платье любит. Она наоборот не носит штаны. Ее не заставят одеть штаны. Это не ушки. Вот такая вот. Помадки. А я как раз такими пользуюсь. Такие маленькие от Эйвы. Спасибо огромное. Я как раз обожаю такие. Я только ими пользуюсь, реально. У меня нет там каких-нибудь румян или что-нибудь такое. Я капельку раз вот так вот мазну чуть-чуть капельку. Спасибо огромное. Ой, тут сколько! Глянь. Для меня счастье. Я реально обожаю все. Глянь, сколько духов. Во! Глянь. Руки от печки черные, знаю. Когда стираю, отмываются. Вот. Сейчас я уберу. У меня тут специальные вот такие эти. Вот. Корзиночка у меня такая. У меня тут это. Я сюда складаю свои эти причиндалы. Ну и вот такая у меня еще есть. Вот. Тоже корзиночка. Вот. Я тоже сюда всякие эти складываю. Ну то, что у меня там есть немножечко. Нюшки? Ну не мне же. Да ты что такой сердитый? Да ничего.
Скажи мне хоть, поделись. Отстань. Это не ушки тоже. Нет, ну как раз на нее, на размер. Юбки, это тоже маме. Потому что она любит все такое. Это мне. У меня такой не было никогда. У меня один лифчик древний, советский. Это мне, короче, давно еще соседка дала. Я его таскаю с тех пор. Он у меня уже это, такой советский, старинный. Это не ушки. Куда-нибудь весной. Они ходят гулять весной с мамой. Косочка. Снимаешь? Да. О, ноги болят. Это маме. Я без каблуков-то бог не обувь сегодня, это, как упал, шмякнулась. Это, ну, ноги меня раздражают иногда до такой степени. Я прям сижу, злюсь, раздражаюсь прям. А куда деваться? Какие есть слова? На каблуках я уже давно ходить не умею. Ими ты точно снимаешь? Да, все видно. Это или как? Все нормально видно. Так, это Аня. Вот скорушка. Мужская ими, да? Не знаю, не понимаю. Можно хоть видео снять нормальное? Или... Ну снимай, что я снимаю? Ты что такой убитый какой-то? Да ничего я не убитый. Что тут женские одни все? Чё... Да будет сейчас, может, что-нибудь тебе, что ты такой это? Я ничего не такой. Вот, по-моему, это мужские, точно не понимаю. А, нет, женские, наверное. Женские. А это вот женская тоже, да? Да, конечно. Платочек. Жар птиц. Весенний. Можно сюда делать вот так вот. Угу. Но это на меня не налезть. Это Нюша или маме? Не налезть. А это вот налезет на меня. Пряжа. Она говорила про пряжу, да. Сколько же это стоит?
красиво. А что там? Ну просто описывай. Это Барби. Мам! Позови бабу, поставь на паузу. Подойдет, она кормит Аню. Вот, сейчас подойду, я кормлю Аню. Я кое-что вижу. О. Конфетки. Одну? На всех. Одну. Надо поделить. Ну, да, одну высчитаем, ну, просто. Я же оператор. 7. Вот, семена подсолнух, по-моему. Точно не понимаю, но очень красиво. Подсолнечник. Угу. Очень красиво будет их посадить. Я их люблю. Дрова, если все разберешь, с огород какие тут. Вот. Когда весна, если Бог даст, ты живёшь, все нормально придет. Даже настоящий уже, когда уже можно будет, ну, когда на огород можно будет наступать это. Все их сюда и потихоньку перепилится, но перерубится. Мам, это, хочешь, я сниму тебя, хочешь, как по разрешению? Ну просто хоть поздоровкайся. Вот тут вот в этой ему. Ну сними капельку совсем. Да ничего, я издалека, нет. Просто хоть поздоровкайся. Передай Нине привет. Всем привет. Нине привет передай. Тебе вот подарок прислала, подарок. Ты счастлива, мама? Она просто обожает. А конфеты сейчас, подожди. Так, ну, одну мы не высчитываем. Одну убрал Эмиль, да. Так, две. Большое спасибо. Вот, ты в камеру. Буду молиться за здоровье, чтобы... Мама обожает это, просто обожает, обожает просто. Ну а как? Руки заняты. Желание легче. Так, мне 4 конфетки хватит, не меньше всех, я не очень сладкоежка. Так, Эмилю 5. Если, ну, ту мы не берем в счет, это была пробная. Вам 10 тоже. На здоровье, приятный аппетит. Это такие мягкие, баб. Так, мам, вот тут вот вещи, это, пока то, что... Так, давай я пока на паузу поставлю. Ага. Так, ну все, продолжай. Это я себе 4. Эмилю 6 получается. Больше... Ту мы не считаем. Да ну ладно ж тебе. Вот, я 4 себе взяла. Нормально, по 10 конфет. Ну, я просто себе 4 взяла. Это. Там чего разберешь, я не знаю, мама. Это снова тебе, мам. Ну или не ушки там, или ты сама там разберешься, как там по весне будете гулять. Так, ну это я, наверное, смогу на свои объемы одеть. Но у меня единственное, что у меня вот пузо. Ничего не. Так, это, наверное, маме. Она любит. Заберешься. Наверное, мама. Я мерить не буду, но в процессе, когда буду по дому ходить, там что-то носить, то и... Ну, да. Слишком долго. Ну, да. Ну, да. Ну, если мала будет, то... Люди Икс.
Ну, это не ушки. Да и тебе бы налезли. А, извиняюсь. Приношу свои извинения. Приняла. Если бы не мои объемы, конечно, бы налезло, но... У меня плечи сегодня болят, как не знаю, что. А что такое? Не знаю, ты там не сильно гоняешься-то? А то, может, ты перед сильно воображаешься? Нет. Ой, уже камера что-то лагать начинает, память кончается. Сейчас, сейчас. Все, все, все. Ну, тут... Ну, ладно, не будем особо времени уделять. Просто сейчас память, может, или кончится. О чем я и говорил. Память кончилась, да? Не, кончится сейчас уже, лагать начинает. Ну все, все, сейчас. Полотенце? Нет, ты все о полотенце мечтаешь. Нет, серьезно. О пушистом. О пушистом. Ты просто мечтаешь о полотенце? О пушистом. А шо это? А я мечтаю о постельном комплекте, хотя бы суперстаром. Реально. Тебе нравятся такие? Вот такие. Ну да, вообще-то я раньше всегда тут шарфы каким себе покупала. Я бы даже такую замерз штору повесила. Не надо. Не, я уже сюда повешу, это уже суперстарый. У меня нет никакого. Ну вешай шторки. Тогда не розовый. У меня нет шторки. Все, искра теперь. А вон. Я бы сейчас сказал, стоп, на секунду. Нет, я не как ты, я не только прям вот именно красный лак. Нет. А ты что, только красный любишь, когда? Мои любимые цвета это красный, голубой, желтый. Я бы сейчас даже показал. Ну ладно. Не буду желтый. А я люблю и золотой. Желтый, ну как янтарный, короче, ближе к такому. Pink up, up. Вот такой желтый, мой любимый. Не люблю этот красный. Я люблю посветлее. Эмиль сидит, злит. Я не злюсь абсолютно. 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 Я просто говорю о своих вкусах, что мне какие цвета нравятся. Ну ничего, будет возможность, мы это. Как ее? Купим тебе что-нибудь, может, там когда-нибудь. Штаны там какие-то, что-то. Как вот будет возможность. Сейчас. Ой, я, кстати, Макаром в такой цвет красил, когда модельку делал. А. Я Макаром в такой цвет красил. Прикольно смотрю. Сейчас чуть-чуть поближе к лету. Сейчас. Сейчас даже покажу. С углем будет меньше, как говорится, растет, может, полегче. Mm-hmm. Сейчас поближе к весне. Mm-hmm. Огромное количество. Ма. Ой, не Макларен. Ты любишь лаки, ма? А Феррари. Любишь, да? Ну иди выбирай. Вот, глянь, мам, вот в такой я красил. Мам, я с тобой напополам поделю поровну. Вот в такой, глянь, я красил. Мам, не Макларен, а Феррари. Вернее. Иди выбирай, ма. Какие тебе понравятся. Вот это только один. Ладно, я оставлю, давай. А эти напополам. Всем пока. Ну все, огромное спасибо, Эмиль, не расстраивайся, Бог даст тебе. Я не расстраиваюсь абсолютно, я просто уставший, если честно, я устал, я устал. Ну ладно, а мне сейчас тоже пельмени лепить, ехать надо сейчас скоро, уже по времени пора скоро будет собираться, а тут еще когда какие пельмени, не знаю. Ну ладно, всем пока, огромное спасибо, всем мира, добра, счастья, здоровья, всех благ. Спасибо огромное.